Еще раз внимание к нашему приходу. Желающие приобрести счетчик, приобретать счетчик должен быть четвертый. Не 1,6. Там G4. Да, обязательно четвертая. А то купите 1,6, вас его не примут. А если какой он стоит? А выход, без разницы, слева. Стоит, да. Такой и будет... останется? Да, да, там можно перета, он тебе перекатает. Счетчики сейчас продаются без выхода, они прямые, как водяные, маленькие счетчики. А у меня вот такая бандура. Не-не, возьмите лучше с цифрами. Я вам советую, только с цифрами не берите, а то с батарейка пуфил. У кого стоят... Тихо! У кого стоят счетчики, мы их снимем и обратно поставим, даже ваши большие. Все равно, просто хотите, пусть останется. Конечно, так желательно покупать. Еще раз внимание, ни в коем случае не покупайте счетчики или ханки. Вам будут везде, в теплом доме, в Дельте будут обязательно предлагать счетчики или ханки. Он такой маленький, беленький. Мы их ставить категорически не будем, потому что они дюралевые, у вас здесь на этом счетчике будет висеть два крана, плюс еще с гонки, он четверной, он тяжелый. Сломается. Его просто вырывают, мы сдаем, все нормально, он счетчик у Рякова на гарантии, принимает через два дня, чпок, пошел газ, приходит, ножка отломана, уже его даже вас не примут, потому что мы его не ломали. Поэтому лихан, даже вы купите, я его ставить категорически не буду. Его никто не заставит поставить. Град можно купить, орловский счетчик нормальный можно купить. Вот этот газ-девайс, да? Как придут, к нам будут это давать. Вот этот газ-девайс, да? Вот этот. Да, да, да. Вот. Трубы наши, краны шаровые наши, термозапорные клапана наши. У кого эти как шланги уже давно, то есть более там 4 лет, лучше их приобрести. Но после того, как мы смонтируем, потому что там длина может быть другая. Краны шаровые, наши краны ставятся на высоте от метров 70 и до 90. То есть или 90 мы их ставим вертикально, там где-то возле шкафа, или же вот так крючком опускаем, где будут рогатиночки. Мы можем их повернуть как на стену, где шторки, чтобы они вам не видны были. Можем поставить так, как у вас было. Мы по месту, когда придем, будем вам предлагать, показывать визуально. Вот так ставим или вот так ставим. Выбирайте, говорите нам вот так. Значит, вам так поставить. Потому что проект вам нарисован, мы его будем вносить изменения сразу же после монтажа. И он будет в Бургазе уже измененный проект зафиксирован. Все отдаем, да? Все отдаем. Счетчик установили, значит, я все заполняю. У нас лицензия есть. Вы там расписываетесь, что мы установили, что инструкции получили в эксплуатации по счетчику. И вы уже не... Горгаз его принимает автоматически. То есть Горгаз приходит, документы смотрит, что да, ваш такой квартире счетчик установлен такой-то, такой-то. Там у нас печать стоит наша организация, что мы его ставим. Ваш подпись, что вы с рукаж получили, как им пользоваться. Газоплиты тоже на момент монтажа. Если мы смонтируем и потом вы надумали, купили, уже это будет платная услуга, потому что нужно будет все переваривать. То есть, если вы, когда мы пришли монтировать... Так а что, на гибкий шланг не можете? Значит, бесплатно мы вам все ставим. Счетчик ставится жестко, вы не ставите. Нет, 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 шланг до плиты. Вы сами не имеете права его ставить, а чтобы его поставить, я должен паспорт у вас изъять, ксерокопию сделать, занести в паспорт и его зафиксировать в проектной организации и в Горгазе. Поэтому после того, как монтаж я сделаю, там вот такая папка собирается, чтобы его сдать. Из-за одной папки этой у меня вернуты документы, и газ вам не будут пускать, пока я не внесу изменения для того, чтобы позже купили приют. Поэтому заранее покупайте, у вас есть неделя. Так, все, чтобы купить вот двухкомфорочный, четырехкомфорочный, нам все равно все их поставят. А сколько, вот, допустим, если стоят вот это, все хозяева дома, это на сколько времени вы рассчитываете всю эту трубу и все это? Да сейчас за 4-3. Вот смотрите, при хорошем раскладе, если все будут сейчас у вас собраны, 2 недели, это минимально уйдет на это дело. Потому что придут в начале технадзор, после технадзора 2 дня нужно изменения все внести в проектные проекты, сдать обратно в Горгаз, и тогда вам назначают пуск, уже пусковая бригада к вам приходит, девчонки. Они могут прийти 5 человек и запустить за один день без враждов.
Если вы стояк на месте, значит они его запустили, здесь нет, они заглушку поставили, пошли дальше всех запускать. То есть будет, грубо говоря, вот нет одного стояка, весь дом будет с газом, и это будет сидеть до тех пор, пока не найдется человек, который отсутствует. Остальные будут сидеть с газом. Главное, чтобы вот были вот эти четыре квартиры дома, три раза. Один раз на момент, когда мы монтируем, второй раз, когда придет технадзор, все проверит с нашими бумажками, со всеми изменениями. И третий раз, когда будет выпускать газ. А можно просто? Поэтому, чем дружнее вы будете собираться, тем быстрее. Нет, вы можете распределить, что вот в этот день, вот этот стояк, вот в этот день, это чтобы мы работали. Я распределю вас после того, как мы будем работать. Пятница, суббота, воскресенье. Понятно. Вот после этого, где мы не успеем, значит, я говорю, что вот с этим мы созвонились. Он будет во вторник, будьте добры, пожалуйста. Вот вы остались во вторник, остальные могут выходить. Мы поедем, выходим. Да, 13. И будем работать с утра до темна. Вот здесь будет стоять машина со всеми материалами, с баллонами. Люди будут работать с утра до ночи. До 8 до 10. Если сдадим наружку, чтобы она у нас сдана была, я вам заранее дверь повешу. Нам самое главное, чтобы здесь газ поставить. Мы ее сдаем, чтобы вам могли потом сразу запускать. Пока мы наружку не сдадим, мы в кофе заходить не будем. Мы планируем, что все нормально будет в четверг, я вам повешу, значит, во вторник объявление, что да, нам надо быстрее, это не им. Если не получится сдать наружку, каким там вот не покрашен труба, надо найти хозяйку, она не разрешила ребятам. Там кронштейн уже замечание нам дали, надо усилить, который балкон обходит, там пониже крючок сделать, чтобы нагрузку распределить. Вот это мы сейчас за неделю устраним, если все нормально, значит, на четверг остаемся. Я повешу объявление, ну, наверное, короче, давайте так, две недели минимум, а вот по-нормальному это... Ну, до 1 сентября, вот если... Вот вы дом за сколько сдаете, вот у вас есть... Вот смотрите, да. Мы делали Гагарина 109 дом, он пятиэтажный, 4 подъездов. Да. У них был старший по дому, мужичок такой высокий. Им мы смонтировали за 4 дня, и в течение полторы недели им дали газ. Но у него был список всех жителей, которые в него живут. Вот я приходил и говорил: Петрович, вот мы были, вот этот квартир нет, вот этой нет. Он брал телефон, тут же при мне, название, и в богу мать. Ребят, я вас предупреждал, в чем проблема. Все, чаще здесь кто-нибудь будет. Кто может быть уходить там, пока по сменам работать? Главное, на двери написать, буду в час. Мы будем знать, что... Мы работаем сверху, снизу, да, доходим другу, до него и в час заходим вот с дома, мы вот этот кусочек соединили. Да хоть и ключ отдать, если друг или ключ соседям там отдать. То есть там сделаем очень быстро. Смотрели. А давайте тогда какой самый плохой дом? Самый плохой дом — это 40 лет октября. Там 30... на Мудиловке, да? Да, да. Нет, вот где бассейн? Где бассейн? Там два дома у нас. Больница. Один двухподъездный, другой четырехподъездный. Четырехподъездный дом. Три подъезда мы сделали и сдали в течение 2,5 недель, а один подъезд это был бесполезен. И так и не сдали? Не, сдали. Ну, это просто там затяжилось, потому что мы приходили. Ну, а остальные ждали его, сидели эти. Ну, а что, она взяла, собралась и уехала в Крым. Главное, не сказали, подождите полчаса, мы сейчас стоим на максимуме машину, я поеду. Вот эти вот люди, они живут в Краснодарском крае, я не знаю, о чем будем говорить. И тоже будем так сидеть ждать. В Дагестане. Как? Позвоню управляшку, узнаю. А как же? Ну, брат, может. Ну, а через милицию что, нельзя этих людей в розыск? Значит, есть у него тоже ключи, эти квартиры. Может, запросов. Федеральный розыск, блядь. Кристина, а у тебя нет их номер телефона? Ну, как у вас финансы позволяют, можно купить за 8 тысяч, можно купить и за 4 тысяч, можно и за 18, и за 30 купить. Придите вот, там их... Там будет один счетчик на плиту, да, и на... Да, на плиту. Подключение, да, бесплатное, да. Так я понимаю? Все бесплатно. Дыры, которые выдалбливаются, они будут заделываться? Да. Запенится. Так, а вот смотрите, вот эти дыры. Если гильзы...